Чебоксар, Чувашия, с Республики Чувашия, да, с любовью во Христе Иисусе. Всех приветствую, благословляю во имя Господне, да, во имя Иисуса Христа всех благословляю. 8:00. Аллилуйя. Любовь Христа безмерна, велика, начала нет, и льется, как река, и как волна лобзает берега, и глубока, светла и широка. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить. И как Спаситель всех людей любить. Аллилуйя. Аллилуйя. Да, Рувим пишет, да, в Германии 6. Да, приветствую Deutschland. Да, шалом, мир Божий Германии, германской нации, всем народам, проживающим в Германии. Да, 6 утра у вас. Да, 2 часа получается разница. Господь, спасибо тебе. В разных часовых поясах, в разных, да, странах, народах мы порой. Но спасибо, что благодаря вот Духу Святому Твоему мы в единстве. 2000 лет вот этот интернет Духа Святаго нас соединяет. Вот это удивительное такое общение Духа Святаго, общение в Духе Святом. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя, что Ты дал нам интернет вот земной, по образу небесного, да, созданный. Спасибо, Господь, действительно, да. Спасибо, что так вдохновил, да, дал способности человекам, да, творить. Потому что Ты нас сотворил по образу, подобию своему, творцами. Вот, и мы творим или вытворяем, всякое бывает, да, чего греха таить. Но когда, ну, во Христе Иисусе, одним словом, в Боге, в истине, все на пользу вообще. И интернет тоже на пользу, да. Вот нам, мы можем теперь не только в духе, да, быть единым, да, молиться вместе, но и душевно тоже. Вот даже, в принципе, даже можем видеть друг друга как-то там, слышать друг друга даже так, используя вот эти технологии. Спасибо, Господь, благословен Ты, Бог наш, давший нам интернет и давший нам общение вот такое удивительное. И такое удивительное такое, как бы такой синтез такой, да, симбиоз такой, вот смешание такое индивидуальной и коллективной молитвы. Спасибо Тебе, Святой, это удивительное время. И вот любовь Христа, действительно, да, который и вчера, да, и 2000 лет назад, и сегодня, и вовеки Он тот же самый. И сегодня тот же Христос, сегодня в наших сердцах. И Он среди нас так же, как тогда, тысячелетия назад, так и сейчас Он среди нас. Спасибо, Господь, за Твою великую любовь. Этот псалом, который вот пел я в начале самом, да, пою, еще перед эфиром, да, пел. Вот этот псалом очень люблю я, очень нравится мне. Да, про псалом протестантский, да, евангельских христиан, и сборника песен Возрождения. Вот такой псалом. Всем доброе время суток, Светлана пишет. Да, доброе время суток всем, да, слава Богу. Светлана, где вы? Да, кто еще подключился, напишите, откуда вы там хотя бы. Так, кстати, интересно было бы, да. Я такое уже слышал, да. Эфиры проводят и пишут, и говорят, что вот, напишите, откуда вы. Но на самом деле интересно, вот, допустим, благословляем Германию, Беларусь благословляем, да. Я сейчас в Чувашии, я сейчас в Чебоксарах. Я стараюсь каждый эфир подписывать, где я нахожусь, собственно. Вот здесь, да, написано Чебоксары. Эфир, трансляция, да. Спасибо, Господь, тебе за все. Так что Шупашкар, Калачать, аллилуйя! Чебоксары говорят, слава Богу. А сейчас Светлана в Лос-Анджелесе. Ух ты, город ангелов. Да, благословляем город ангелов, благословляем, да. Аллилуйя. Сколько у вас там времени сейчас, Света? Кстати, интересно. Ну, у вас там ночь уже, да, видимо. Да, ночной Лос-Анджелес. Да, а у нас заснеженная Чувашия, потому что эти дни снежок, и сейчас вот пасмурно, и такая как бы
небольшая вьюга даже, пурга такая чуть-чуть начинается, как бы я так понимаю. Потому что ветерок и снежок такой летит за окном. Да, а снег идет, а снег идет. А, 9 вечера, да, ну, да. У вас уже спать косы, как говорится, да, то есть скоро уже к пророческим снам, да, будете почивать. Кстати, да, пусть во сне, интересно, сегодня тоже во сне Бог давал. Вот сейчас я вспомнил, стоп, я забыл совсем. Ну, просто с утра я не думаю об этих вещах, как бы так, ну, снилось и снилось. А сейчас вот на эфире вспомнил точно, я же во сне когда-то прорезал, потом и молился за людей. Молился за каких-то людей я, кстати, во сне. Это так здорово. Просто я среди ночи просыпался, часа где-то уже три было, два-три где-то часа. И, значит, и потом снова лег спать. И вот, значит, когда просыпался, я вот обратил внимание, вспомнил, да, что я, мне что-то снилось, это, что я молюсь за людей. Так здорово, когда за кого-то молишься во сне прям. А, Иночка, всем большой шалом. О, шалом, шаломище, как Дима пишет с Липецка, да, обычно. Он пишет у нас шаломище. Слава Богу. Да, пророческие сны, пророческие сны всегда жду с нетерпением. Здорово вообще, пророческие сны. Ну, кстати, Ине моей, да, Ин, тебе часто такое, что-то снится такое. Мне редко снится, честно говоря, вообще. Мне, ну, бывает что-то снится, но вообще что-то редко очень. Вот раньше, тогда вот, тогда, когда только с Богом пережил встречу, вот это, не знаю, как назвать, вот часто мы, христиане, называем это первая любовь наша, да, вот, скоро, вот через пару месяцев, меньше уже даже, чем через пару месяцев, 42 года исполнится, вот с того момента, когда пережил встречу с Богом я, в начале 82 года это было. И вот тогда, вот в этой, на волне вот этой первой любви, каждую ночь, не просто там, а каждую ночь снились сны пророческие. Это были тонкие сны порой, а порой обычные пророческие сны. Тонкие сны, имею в виду, это когда, это как, не просто сон, это как явь. Ты в другой реальности просто находишься, переносишься в другую реальность. И когда просыпаешься, даже вот меня там лев облизал, я проснулся облизанный, то есть следы были вот этого облизания, облизания, как бы, ну, не знаю, помазания языка, как бы, да, облизал меня лев. Это был не пот, это точно. Да, Светлана пишет, мне часто снятся, да, снится, даже когда была неверующая, тоже снились сны, которые сбывались, слава Богу, да, так что вот. Да, у многих женщин, кстати, врожденная такая вот способность есть такая на самом деле. Я тоже замечаю это. Вот вообще Бог дал человеку много чего, талантов всяких, да, таких способностей. Просто как бы, да, куда это все таланты потом будут развиваться, в хорошее, в плохое там, да. Но когда мы в Боге, то, ох, все эти таланты, талантища все эти, да. Они все во славу Божию, все на пользу, добрым людям все на пользу, все на здоровье. Спасибо, Господь, за доброе утро, спасибо и за добрый вечер, и за добрый день, и за все спасибо. Спасибо, что во всех часовых поясах сейчас земля большая, Бог нам дал действительно большую землю. Спасибо, Господь, ты дал нам действительно обширную землю заселять, наполнять ее, жить на ней, страны, континенты. И множество народа сейчас, вот говорят, уже больше 8 миллиардов нас на земле, человек. На самом деле, множество народов, да, и удивительно, вот разные расы, разные народы, разные языки, наречия. И вот это многообразие, конечно, да, когда без Бога, это превращается в проклятие. Ну все, что без любви Бога, все превращается не на пользу, одним словом. Дай человеку даже там кучу денег, там, дай ему возможностей массу. Вот. Если он, ну, вне любви Бога, Отца, то, ну, дров наломает только. Вот. А добрым людям, да, те, кто в любви Божьей, то все на пользу. Все на пользу, все на здоровье, все на пользу, да. Слава Богу. Так что, да,
И вот пусть Господь всем народам, да, вот это многообразие, много рас разных, да, народов разных, наречий, это может быть, ну, без Бога это проклятие, это вражда, это ненависть, беспричинная вражда, там, и причинная вражда. Короче, причина всегда найдется. Вот было бы желание еще, да, придраться там друг от друга, даже в семье, даже люди одной расы, одной народ, одного народа, одного, не знаю, сословия, не знаю, одного имущественного положения, ну, всего одного, одного образования, ну, всего-всего одного. Вот одинаковые даже примерно люди, ну, максимально одинаковые, все равно найдут повод, значит, да, для беспричинной вражды. А почему беспричинной мы называем, да, в еврейской традиции беспричинная вражда? Потому что, по сути, причина всегда есть, но на самом деле, если смотреть глазами неба, она беспричинная. Как, допустим, вот в Вавилоне, да, смешались языки, значит, ну, по сути, беспричинная, да, была вот эта вот вражда, разделение, и люди разошлись, да, хотя у всех были свои причины. Спасибо, Господь, за то, что ты даешь, да, нам мир свой, любовь свою. И те таланты, которые ты помещаешь в нас и поместил природно даже, в нас уже поместил изначально, даже от нашего еще формирования в утробе наших матерей уже было что-то заложено тобою. Это все реализуется во славу твою, Господь, в наших судьбах, в нашей жизни. Слава тебе, Святой, благодарю тебя, благодарю. Благословляю имя Твое, Господь Боже, и со всеми святыми сегодня, да, пою о Твоей любви. О Твоей любви буду петь я, о Твоей Божьей любви буду петь я, о Твоей любви буду петь я. Любовь Твоя, мой Господь, бесконечная. Аллилуйя! Твоя любовь бесконечная, безбрежный океан. Безбрежный океан. Черпать, черпать, и не вычерпаешь никогда даже. Как будто бы не приступил. Вот подойди, допустим, вот к берегу океана, подъедь, допустим, подойди. Будешь всю жизнь черпать этот океан. И в конце жизни скажешь, ох, я как будто бы даже и не черпал, потому что океан по-прежнему тот же самый, и то же самое, все. Ничего там не убывает с этого океана, даже всю жизнь. Даже все 8 миллиардов на Земле людей подойдут к океану и будут черпать, не вычерпают. Тем более океан безбрежной любви Божьей, любви. Он неисчерпаемый. По сравнению с ним, с этим океаном, даже все наши, весь мировой океан, это как маленькая лужица вообще. Даже меньше пустоты вообще. Ничто просто. И весь человеческий род, все 8 миллиардов, меньше пустоты просто вообще. Ничто. Спасибо, Господь, за то, что в нас это Твоя любовь. В нас это Твоя жизнь, Господь. Океан Божьей любви. И в нас этот океан, бездна это. Это бездна любви Божьей. Нет начала в Тебе, Бог, нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в Тебе, Бог, нет конца. Океан святой любви, безусловной любви Отца. Слава, аллилуйя, слава, аллилуйя, слава. Аллилуйя, аллилуйя. Океан Божьей любви, нет начала в Тебе, Бог, нет конца. Океан святой любви, безусловной любви Отца, безусловной любви
Творца слава, аллилуйя, слава, аллилуйя, слава, аллилуйя, аллилуйя. Авва, Отче, Авва, папочка, папа, это вырывается из естества, рожденного свыше человека, из нового человека, новое, оно поется, оно вырывается изнутри нашего внутреннего человека. Авва, Авва, Отче наш, Авва, папочка, Бог мой, Авва, Авва, Отче наш, мой папочка, Бог, Авва, Авва, Отче наш, Авва, папочка, Бог мой. Авва, Авва, Отче наш, папочка, мой папочка, мой папенька, мой папуленька, Авва, Бог мой, отец мой, Яхве, ты наш отец, аллилуйя. Мы ждем великой, могучей славы твоей. Ты Альфа и Омега, начало и конец. Ты Вседержитель, Бог Творец чудес. О, Яхве, Юд-Хей-Вав. Аллилуйя, 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 слава Богу, аллилуйя, аллилуйя. Слава Богу, аллилуйя, аллилуйя, Богу слава, аллилуйя, 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 Богу слава, аллилуйя, 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 слава Богу, аллилуйя. Яхве, ты наш Отец, ибо так возлюбил ты мир, ибо так ты возлюбил всех нас, отдал Сына Своего, Единородного Своего, на крест, на Голгофу. Иисус Христос принес Себя, непорочного Тебе, Богу, Духом Святым, на кресте, на Голгофе, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, бесконечную. Аллилуйя, 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 слава Богу, аллилуйя. Жизнь вечная, бесконечная, счастливая, пресчастливая. Аллилуйя, 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 хей, хей! Аллилуйя, 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 слава Богу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, Господь, Тебе за все, благодарю Тебя, благословляю имя Твое, святое имя Твое, аллилуйя. Да, приветствую всех святых и верных Божьих чад. Приветствую всех вас, возлюбленные братья, сестры,
Кто еще подключился, да, Барфа вижу, да, пишет, да, милости Твои, Господи, будут петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими. Аминь. Хорошо, как из псалмов, да, звучит, а? Красота. Слава Иисусу Христу, Иисус Христос на троне. Аллилуйя. И поющие, и играющие все источники мои в Тебе. Аминь. Аллилуйя, да, и Барфа тоже поет, вижу, да. Сердечки, слава Богу, сестры, братья, шалом, мир всем, аллилуйя, приветствую, да, Краснодар, Краснодарский край, юг Руси, приветствую, Кавказ Северный, аллилуйя, Адыгов, Адыгею приветствую, аллилуйя, 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 слава Богу, слава Богу, Богу слава, аллилуйя. Богу слава, аллилуйя, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, благословляю имя Твое святое. Благодарю, Господь, за все, хвалю Тебя, аллилуйя. Халель. Напоминаю, что халель – это наивысшая слава Яхве, Богу. То есть буквально аллилуйя, слава Богу, хвала Создателю, Творцу, слава. Халелюя, халелюя, халелюя. Слава Тебе, Господь, аллилуйя, поем Тебе, аллилуйя. Слава Тебе, Господь Святой, да, Рувим говорит, хорошо тут у нас, да. Ох, спасибо, Господь, как хорошо, как в той песне поется, да? Хорошо, 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 слава Богу, хорошо, аллилуйя. Слава Богу, с Богом очень хорошо, хорошо, эх, хорошо. Спасибо, Господь, Тебе за все, благодарю Тебя за хорошо. Аллилуйя. Life is good. Спасибо, Господь, за жизнь хорошую в Тебе, Господь, действительно, да, за жизнь пригожую, за жизнь, действительно, да. Ты есть наша жизнь, Ты есть путь, истина, Господь, слава Тебе, Святой. Как хорошо и приятно жить братьям и сестрам вместе. Аминь, да, очень люблю это. Мы часто поем это, да, тоже, да. Ну и в эфире тоже часто я бывает, одно время, ну да, пел часто и часто бывает. Споем, а, сестры, братья, давайте, подпевайте. Жалко, это не зум, как бы, но вот, в принципе, да, пойте, там, где вы сейчас находитесь. Как хорошо, как приятно, как хорошо и приятно братьям собраться вместе. А потом поем, как хорошо и приятно сестрам собраться вместе. А потом, как хорошо... Всем нам собраться вместе. Аллилуйя. Как хорошо и приятно. Да, Барфе и Рувиму, и Светлане, и Ине. Кто еще у нас здесь? Да, а Гелене, да. Пардон, Гелене. Еще кто подключился? Да, Света тоже. Да, я люблю, когда вы поете... Вот, давайте споем вместе. Давайте споем. Как хорошо, как приятно Барфе и Свете, и Рувиму, и Гелене, Ине собраться вместе. Как хорошо, как приятно Сереже и Ине, Барфе и Свете, Рувиму, Гелене собраться вместе. И всем, кто сейчас в сети, да, кто сейчас онлайн. Ну и, конечно, да, все, кто офлайн, все, кто потом в записи будут смотреть эту трансляцию, уже участвуя в этой молитве уже после завершения эфира сего, тоже пойте, почему бы нет, пойте, подпевайте, мурлычьте, про себя ли, вслух ли, если есть возможность вслух спеть, не удерживайтесь, пожалуйста. У нас многие люди комплексуют почему-то на самом деле, потому что с детства порой говорят неправильные вещи, там, вот там, медведь на ухо наступил, голос у меня что-то еще, неважно. Богу нравится, как ты поешь. Богу нравится,
А это значит, да, ох, а он мне нравится, нравится, да, он нравится на самом деле. Поэтому и Богу нравится, как ты поешь, Богу нравится, как ты танцуешь, Богу нравится, как ты хвалишь его. Поэтому давай, пой, брат, сестра, не останавливайся, главное, не останавливайся. Самое главное, не останавливайся, а Бог даст, если нужно, там, голос, даст тебе голос, там, еще больше, там, лучше, там, не знаю. Нет так, нет, все, что есть. Все мои источники в тебе. Спасибо, Господь, спасибо за все. Спасибо, спасибо, спасибо тебе, Святой. Ах, как хорошо, ах, ах, как хорошо. Как хорошо, как приятно братьям собраться вместе. Как хорошо, как приятно и сестрам собраться вместе. Как хорошо с Богом собраться вместе. Как хорошо всем нам собраться вместе. Как хорошо, как приятно с Богом собраться вместе. Как хорошо, как приятно всем нам собраться, всем нам сбираться вместе. Как хорошо, как приятно братьям собраться вместе единодушно, единым сердцем. Как хорошо, как приятно сестрам сбираться вместе. Как хорошо с Богом собраться вместе. Как хорошо всем нам собраться вместе. Аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо тебе за все. Благословенный Царь. Как хорошо, ах, как хорошо с Богом собраться вместе нам. Как хорошо с Богом собраться вместе нам. Как хорошо, аллилуйя, как хорошо, о, как хорошо с Богом собраться вместе нам. Как хорошо, эй, ох, как хорошо с тобой, как хорошо вместе с тобой, Бог, хорошо, как приятно, ах, как приятно, ах, как хорошо с тобой, Бог, собраться вместе. Как хорошо, как приятно с Богом нам собраться вместе. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо. Это как елей, который, он ощутим даже, этот елей Духа Святаго, он изливается. У меня сейчас такое ощущение, что я хотел как раз бороду постричь немного сегодня. А сейчас такое ощущение, что вот просто изливается, просто льется, просто этот елей просто. Твой елей, Духа Святаго твоего, это помазание, оно для чего-то. Оно не просто так, оно приходит, разрушая оковы, разрушая ярмо вражеское, разрушая, уничтожая, истребляя все дела дьявола, исцеляя болезни, освобождая узников. Как хорошо, как приятно братьям собраться вместе. Сибирь, матушку приветствую, да. Игорь пишет, да, вижу, да. Добрейшего, пишет, добрейшего. Ох, красота какая. Добрейшего дня всем, братья и сестры. Красноярский край, приветствую вас, слава и хвала Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Аминь.
Ох, слава Тебе, Господь, за Сибирь, матушку. Слава Тебе, Господь, за все страны, регионы. Ох, пробуди нас, Господь, пробуди, Отец. Духом Святым пробуди, пробуди нас, Господь, пробуди нас, Бог. Сердца наши духом зажги. Пробуди нас, Господь, пробуди, Отец. Духом Святым пробуди. Снег, снег, серебряный снег. У нас за окном снег сейчас. Уже время дождя закончилось, снег. А снег тоже как красиво. Let it snow, let it snow, let it snow, да, ох. А снег идет, Божий снег идет, все украшает, все убеляет, чистотой своей все покрывает. Такое ощущение, что земля Чувашская сейчас, земля Поволжья, покрывается этой чистотой божественной такой. Аллилуйя! Аллилуйя! Искупленный, пишет Иисусом Христом, брат Андрей, пишет, шалом, дорогие, Господь идет скоро за жаждущими Его сердцами, за невестой своей. Маранафа, аминь! Евангелие, да, Рувим, сердечно, да, сердце свое, да, аллилуйя. Барфа пишет, что у нас дождик за окном, но где-то дождик, где-то снег. У нас здесь все-таки севернее гораздо, чем Красноярский край. В Краснодарском, вернее, Краснодарский край, Красноярский край, извиняюсь. Да. Игорь, потому что с Красноярского края, Барфа, Краснодарский край, это совсем разные, да, вещи, да. У нас минус 22, ох, Игорь, ах, красота какая, красота. Нет, у нас нет, мы не можем похвалиться такими сейчас морозами, но тоже не лыком шито, тоже у нас морозец такой, легкий морозец совсем, такой нежный морозец такой, я бы сказал даже так, легкий морозец совсем. Да, а у вас уже 22, это уже что-то. Это, конечно, не Аляска, но это уже что-то, да. Это еще тепло. Из носа потекло, да уж, представляю, 22 тепло. Не, ну, конечно, там, я бывал в этих северных широтах, бывал там и Ямал-Ненецкий автономный округ, служил там Словом Божьим часто. И, значит, и Воркута, там многократно тоже служил Словом Божьим, да, Республика Коми. Якутия, тоже все, Якутию объездил, тоже служил там, Аляску все объездил, тоже служил словом. На Аляске, кстати, попадал я в такие, до минус 67 температура была, минус, по Цельсию минус 67. Но это буквально один день, два дня максимально держалась экстремальная температура, потом потеплело, минус 50 было уже, и мы поехали дальше в Заполярье. А я еще Паулю Кулакевичу звоню туда. Я говорю, Паулю, представляешь, у нас 67 утром, значит, температура по Цельсию, и по Фаренгейту там отмечается, по Цельсию 67 уже, за окном уже. А он говорит мне, я думал, сейчас удивлю его, а Кулакевич мне говорит, говорит, отец Сергий, у нас уже 73 уже температура, минус 73. Вот это да, думаю, приплыли. Но мне братья сказали, что это буквально там, такие температуры очень редкие, когда бывают, во-первых, не каждый год, во-вторых, это буквально день-два, не больше. Ну, на самом деле, денек, температура экстремальная, потом потеплело. Да, брат Андрей, минус 15 пишет, Светлана пишет, о, я знаю Павла Кулакевича. Да, я всех Кулакевича знаю этих, и Питера, и Пауля, да, да. Ну и, да, семью их знаю, да, слава Богу. Господь да благословит, да, и в Сиэтле был у них там, у братьев Кулакевичей, и на Аляске, у братьев Кулакевичей, да, классное было служение. И в Сиэтле, и на Аляске было у них классное служение. Не знаю, как сейчас, это было давно уже, это было лет там 15, больше, наверное, назад уже там. Он сейчас пастор в моей церкви, Василий. А, здорово. Нет, тогда он не Василий был точно, не Василий, он где-то еще был. Василий, ну, Василий там встречались тоже с ним, да. Он приезжал на конференцию, там еще Сара Перрин еще там делилась словом, там, ох, классно, кстати, было время. Она тогда еще шла на выборы, да, мощно было, классно было.
Да, слава Богу. Так что Гелена пишет, а мы были в Туркмении, было жарко, плюс 65. Ух ты. Нет, вот таких температур плюсовых я не встречал еще. Нет, хотя, как сказать, в Израиле был я, плюс 50 было, плюс 50 было у нас, жарище. Тоже мама не горюй, да. Тогда он был в Дельте. А, наверное, да. Вот так вот. Но он не просто в Дельте. Мы когда с ним созванивались, он был в поездке тоже. Фэрбэнкс и дальше туда куда-то. Он в Заполярье тоже был тогда как раз, когда мы с ним созванивались. Так что, наверное, в Дельте служил. Да, спасибо, Господь, за все. Благодарю Тебя за братьев, сестер. Благодарю, Господь, за то, что на самом деле Ты... Вот нас очень разных таких, в разных краях, где такие экстремальные, жарища такая, температура экстремально теплая, или экстремально холодная бывает, там, холодище такое, вот, или более или менее средние такие широты, как вот здесь, допустим, да, более или менее так как-то так нормально, да, да, значит, но как бы то ни было, да, где бы мы ни были, действительно, да, это твоя любовь, это действительно самое главное, это твоя милость, это действительно самое важное, это твой дух. Кто Духа Христова не имеет, тот еще и не твой, тот еще и не знает тебя. Пусть познают тебя люди, Господь, откроют свои сердца и в холодах, и в жаре, где бы ни проживали, в разных странах, в разных народах, на всех континентах, Боже. Пусть твои сердца открывают, Господь, люди, да познают тебя Духом Святым, народы все, Господь. Молюсь о народах Поволжья в этой поездке, да, в этом году уже третья поездка моя сюда, в Поволжье. Я сейчас в Чебоксарах, город Чебоксары, Чувашская республика. На мне футболка, это флаг Чувашской республики. Солнце, солнечное Чувашия, да, и дерево жизни, древо жизни называется, да. Это руны такие, знаки такие древние еще, древнейшие знаки еще. Кстати, чуваши, народ чувашский пришел с Северного Кавказа сюда, это тюркский народ. Здесь жили, значит, уграфины только в древности, еще если покопать глубокую древность. А потом сюда пришла волна такая тюркских народов. И вот татары, и чуваши пришли. Чуваши сохранили, кстати, древний язык, древние наречия. Вот, чувашский язык уникальный вообще язык. Из всех тюркских языков, вот, значит, он, ну, самый уникальный, можно так сказать. Потому что он сохранил древнейшее звучание. Поэтому лингвисты просто, ну, в восторге, когда слышат чувашский язык, потому что это, ну, как будто бы старина, вот эта глубина, древность, сохранившаяся до наших дней, говорящая древность, представляете? Здорово. Спасибо тебе, Господь, пробуди, Господь, чувашский народ, пробуди, Господь, благословляю Чебоксары. Чебоксары — это мой родной город, здесь я родился, да, весной, в мае 69-го года. Здесь я родился, и вот спустя годы здесь я и Богу пригодился, да, вновь здесь. В этом году, удивительно, никогда такого не было, за всю мою жизнь не было такого. Как мы отсюда уехали в 76-м году, я еще первый класс только еще здесь учился. Второй класс уже учился в Центральноевропейской России, уже в Орле уже. Вот, а до первого класса здесь я жил и первый класс здесь ходил. И вот, и... Как мы уехали в 76-м, получается, так вот с тех пор здесь я и не бывал столько раз в году, три раза в году вообще. Удивительно. И это неспроста. Бог дает такое пожелание. Даже когда я был дома в Туле, а молитва моя за Чувашию идет, представляете? Дома в Туле, а молитва, молюсь за Чувашию, молюсь за Чебоксары, молюсь, благословляю. Я понимаю, что это не просто от меня, это от Бога, это от Бога, это действительно Божья такая вот, как бы, направленность молитвы, что ли, такой. Спасибо, Господь. И я в этом году увидел Чувашию весеннюю, увидел летнюю, увидел осеннюю. И вот сейчас я вижу за окном зимнюю уже, представляете? Вот это да, это тоже для меня такой стресс, хороший стресс вообще этого года. Этот год славы Господа. Для меня, в моей жизни это точно.
год славы Господа. Я думаю, во многих судьбах этот год, год славы Господа, завершающийся, я имею в виду 2023 год. Благословен Господь Бог наш. Баруха та Адонай, Элогейну мелех ха-олам. Благословен Господь Бог наш, Царь всей вселенной, Царь всего мира, бесчисленных миров, Господь. В Твоих руках мой дух, душа и плоть. Спаситель, Ты венец мой вожделенный. Под сенью крыл Твоих спокойно я живу. Как пташка малая в Тебе я безопасен. В объятиях Твоей божественной любви тону. Как наш союз любви прекрасен. Ава, Отче, Ты жизнь моя, мой Господь. Ава, Отче, Ты жизнь моя, Бог богов. Ава, Отче, песня моя, Ты жизнь моя. Ты все для меня. Ава, Отче, люблю Тебя, мой Господь. Ава, Отче, люблю Тебя, Бог богов. Ава, Отче, люблю Тебя, Ты песня моя, Ты все для меня. Ава, Отче, счастье мое, это Ты. Ава, Отче, песня моя, это Ты. Ава, Отче, папочка Бог, мой папочка Бог, Ты все для меня. Люблю Тебя. Ава, Отче, песня моя, это Ты. Ава, Отче, счастье мое, это Ты. Ава, Отче, папочка Бог, люблю Тебя, Ты все для меня. Ава, Отче, песня моя, это Ты. Ава, Отче, счастье мое, это Ты. Ава, Отче, папочка Бог, люблю Тебя, Ты все для меня. Благословен Господь, Бог наш, Царь всей вселенной, Царь всего мира, всех миров, бесчисленных миров, Господь. И каждый из нас – это целый мир, целая вселенная. Каждый из нас, из 8 миллиардов живущих ныне, его детей на этой земле, каждый из нас целая вселенная. И Он, Бог наш, Бог всего мира, всех миров человеческих, ангельских,
всего творения своего, Он Бог, Он Творец, Он Отец, Он мой Папа, Папочка. И Дух Святой, который поселился во мне, Дух Святой, который поселяется в человеках, Он, пробиваясь сквозь всего, нагромождение все эти, скалы, Он пробивается родничком, а потом бьет фонтаном. Ава, Отче. Он пробивается маленьким ручейком, потом реки начинают течь. Реки воды живой в жизнь вечную. Это вода, которая в нас попадает, живая. Даже самая капелюшечка этой живой божественной воды, она пробивает все. Эта капелюшечка, она прожигает все скалы безбожия, отрицания, отчаяния, греха, порока, лукавства, всего-всего-всего. И прожигает, и проходит прямо в самую сердцевину нашего естества. И она в нас делается источником воды, текущей в жизнь вечную. Источником воды, текущей в жизнь вечную. И эти реки воды живой начинают течь, пробиваясь вначале фонтанами, струями, а потом реками. И реки огромные, как вот матушка-река, здесь Волга, здесь рядом, я возле набережной, здесь матушка протекает, да, река Волга. Издалека долго течет река Волга. Но Волга, она огромна, она красива, живописна, вообще прекрасна. Но Волга, по сравнению с этими реками, которые текут из нас уже, мы как эти источники этих уже вод многих, эта Волга становится просто маленьким ручейком. И все реки, большие, малые, даже собранные вместе, просто как ничто. Миссисипи отдыхает. Даже Амазонка, самая величественная из всех рек, какие на земле существуют. И все реки, собранные вместе, просто как маленький ручеек, как ничто, меньше ничего даже. Божья жизнь, как река, во мне жизнь, как река. Божья жизнь, как река, течет всегда. Аллилуйя! Божья жизнь, как река, во мне жизнь, как река. Во мне жизнь, как река, течет всегда. Аллилуйя. Во мне жизнь, как река, во мне жизнь, как река. Божий мир, как река, течет всегда. Аллилуйя. Божий мир, как река, Божий мир, как река. Божий мир, как река, течет всегда. Аллилуйя, 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 течет всегда. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Божий мир, как река, Божий мир, как река, Божий мир, как река, течет всегда. Аллилуйя.
Божий мир, как река, Божий мир, как река, Божий мир, как река, течет всегда. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословение, как река, исцеление, как река, вдохновение, как река, течет всегда во все сферы жизни моей, твоей. Исцеление, как река, освобождение, как река. И глубока, и широка. Вдохновение, как река, течет всегда. Божий мир, как река, Божье счастье, как река, Божья радость, как река, течет всегда. Аллилуйя! Божья радость, как река, и мир Божий, как река. Аллилуйя! Спасибо, Господь! Спасибо! Благодарю Тебя, Господь, за все. Славлю Тебя со всеми святыми Твоими, со всеми братьями и сестрами, со всеми ангелами, со всеми небожителями, и церковь странствующая, земная, и церковь торжествующая, небесная. Ох, все творение славит Тебя, Господь, восхваляет Тебя. И здесь, в одни странствования нашего земного, благослови детей своих миром, своим шаломом, благослови нас всех во имя Иисуса Христа, Бешем Иешуа, Ха-Мошиах. Благоставляю Церковь Христову, братья, сестры, благоставляю всех вас, любимые дети Божьи. Да, Игорь, все дышащий, да хвалит Господа. Аллилуйя. Барфа, аминь. С небольшого ручейка начинается река Духа Святаго, Елена пишет. Аминь, да. Мы это пели тоже, как раз на эту тему у нас в церкви проповедовал в Киеве. И тоже пели. С небольшого ручейка начинается река. Аллилуйя. Ну а дружба начинается с улыбки, с небольшого ручейка. Начинается река Божья, Божья река. Спасибо, Господь, спасибо. Благодарю Тебя, Господь. Да, аллилуйя, будьте все благословенны. Да, пою благословение священников на вас, дети Божьи. Сегодня вдохновение от Бога всем вам. Сегодняшним днем или ночью. Откровений днем, вечером, в любое время суток, прямо сейчас от Бога, да, благословение, вдохновение, Духа Святаго, видение, сновидение, откровение от Бога во все сферы жизни, во все сферы, абсолютно во все сферы жизни. Не будем даже Бога ограничивать, во все сферы жизни. Спасибо Тебе, Господь, за все. Ты безграничный Бог наш. Аллилуйя. Слава Тебе, Святой! Благослови, Господь, народ свой миром. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Еврехеха Адонай, веишмареха, Яхер Адонай, панав элейха, вихунекха, Исах Адонай, панав элейха, веяселеха, шалом, бешем Иешуа, ха-Мошиах. Во имя Иисуса Христа. Амен. Аминь. Истинно так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь.
Божий мир, во мне мир, как река, во мне мир, как река. Любимые, пойте, любящие, пребывайте в любви Его, дети, дети, пребывайте в Нем, пребывайте в любви Его. Во мне любовь Божья, как река, течет всегда. И любовь, как река, Божья радость, как река. Божье счастье, как река, течет всегда. Божья милость, как река, Божья радость, как река. Божья сладость, как река, течет всегда. Божий мир, как река, исцеление, как река. Освобождение, как река, течет всегда. Вдохновение, как река. Благословение, как река. Аллилуйя. Шалом, мир Божий всем вам, любимые дети Божьи. Шалом, 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 мир всем. Благословений, да, во имя Господне. Аллилуйя, аллилуйя. Божий мир, как река, Божий мир, он как река. Аллилуйя. Спасибо Господу за все. Спасибо, спасибо, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо, Господь, за эту милость и благодать Твою. Спасибо за эту сладость. Спасибо, сладчайший. Спасибо, Иисус, спасибо. За Духа Святаго спасибо. За это Бога-сыновство спасибо. Это невыразимо словами просто. Это нельзя выразить словами, это нельзя передать просто. Это только Дух Твой, действительно, и Дух наш. И Твой Дух, Христов Дух, Он свидетельствует Духу нашему. Он прямо сейчас свидетельствует моему Духу. И это свидетельство самое сильное, что есть во Вселенной. Это свидетельство того, что я Сын Его, Бога, Сын, наследник, сонаследник Христу, наследник Бога. Этот Дух свидетельствует Духу моему о великих тайнах бытия, даже то, что было прежде создания этого мира нашего. Этот Дух свидетельствует о вечности, этот Дух говорит о любви Бога, который вечный. Это вечная любовь вечного Бога, это вечная любовь бесконечная. Еще прежде создания мира Он любил меня, Он любил тебя, Он любил всех нас. Он обожает тебя, Он обожает меня, Он обожает всех нас. Ради этого Он пришел в этот мир. Он отдал Сына Своего за нас. Ради этого кровь Христа была пролита. Ради этого все, вообще все. Ради этого все. И мы из этой вечности и вечности идем вновь. И впереди эта вечность. Божественная реальность, божественной любви реальность. Спасибо Тебе, Святой Господь, спасибо Тебе за все. Благодарю Тебя, благодарю. Благодарю, великий Бог наш, благодарю. Спасибо, Господь. Да, братья, сестры, с миром Божьим, да, шалом всем. Даст Бог, сегодня вечером сделаю тоже эфир, подключусь, если как будет получаться. Да, технически все, да, с Богом, мир всем вам. Люблю, обнимаю всех, благословляю братской любовью, да, во имя Господне. Аллилуйя. Да, с Богом, мир вам.